По целому ряду причин домашние животные, в частности кошки, прекрасно себя чувствуют в закрытом пространстве, обходясь без прогулок на улице. Среди основных причин этого – сведение к минимуму того негативного воздействия, которому подвержены кошки на улице. Это могут быть травмы, токсины, инфекции и так далее. Кошки, обитающие исключительно дома, живут в среднем в 2 раза дольше, чем уличные кошки. Итак, обитание кошки в помещении, в смысле здоровья, более безопасно, чем на улице. Но кошка по своей природе умна и любопытна. И жизнь в ограниченном пространстве не может удовлетворить все ее интересы. Поэтому задача владельца кошки – сделать ее жизнь даже в маленьком пространстве достаточно насыщенной, активной и разнообразной. Итак, что же поможет сделать вашу кошку или кота счастливыми? Это чистый и удобный туалет. Кошки – чистоплотные животные, поэтому очень важно содержать в порядке их туалет. Наполнитель обязательно нужно менять раз в день, а то и чаще. В качестве туалета лучше всего подойдет пластиковая коробка с высокими бортами. Расположить ее надо в месте, где кошке никто не будет мешать, где она будет чувствовать себя в полной безопасности. Качественная еда. Чтобы оставаться здоровыми и активными, кошки должны очень хорошо питаться, и правильно. Кормите своих питомцев только свежей, качественной едой. И если это промышленный, производственный корм, то всегда проверяйте срок годности, который указан на упаковке. То есть корм должен быть обязательно свежим. Надо соблюдать сроки хранения корма, когда упаковка уже вскрыта. Учитывайте рекомендации производителя в зависимости от возраста вашего питомца, его активности, наличия тех или иных хронических заболеваний. Не перекармливайте кошку никогда. На упаковках кормов премиум-класса есть специальные таблицы, где вы можете найти рекомендуемый объем кормления кошки данным кормом. Выращивайте траву для кошек дома. Кошки всегда проявляют большой интерес ко всем комнатным растениям, но большинство из них ядовиты для животных. Поэтому рекомендую очень простой вариант выхода из положения. Купите немного овса и выращивайте его дома самостоятельно, или купите в зоомагазине готовую траву для кошек. В этом случае вы будете уверены в том, что ваш питомец получит качественный продукт, который не вызовет ни аллергию, ни интоксикацию. Кошки – игривые животные, и у них должно быть достаточное количество качественных и любимых игрушек. У разных кошек могут быть в игрушках свои предпочтения, выявить которые должен внимательный и заботливый хозяин. Это могут быть игрушки на веревочке, на ниточке, игрушки, которые катятся или издают различные звуки. Главная задача игрушек – развлекать кошку, заставить ее активно двигаться. У кошек, живущих исключительно дома, подвижность ограничена, поэтому им необходимо уделять минимум 30 минут в день для активных и подвижных игр. Поговорим о когтеточке. Кошки любят все царапать. Во-первых, это своего рода маникюр для кошек. Во-вторых, таким способом они метят свою территорию. Поэтому у кошки должно быть место, где она может свободно, безнаказанно что-то поцарапать. Даже если это мебель, обои в вашей комнате и так далее. Хорошее решение вопроса – это приобретение специальной когтеточки. Она должна быть достаточно высокой, чтобы кошка могла полностью вытянуть лапы. Когтеточку можно оборудовать висящими игрушками, с которыми кошка любит играть. Все кошки нуждаются в спокойном и безопасном месте, в котором можно спрятаться. Сделайте ей домик своими руками. Располагайте кошкин дом вдали от мест активного передвижения и занятий членов вашей семьи. Мягкое место для отдыха в домике должно располагаться достаточно высоко, чтобы кошку никто не потревожил, чтобы она при желании могла сверху наблюдать за всем происходящим. Учитывая природное любопытство кошек, желательно обеспечить им возможность наблюдать из окна за происходящим на улице. Идеально, если это будет специально оборудованное мягкое место. Кошки очень любят, чтобы их любили. Всегда находите время, чтобы показать вашему питомцу или питомице, что вы ее любите и заботитесь о ней. Тогда кошка отплатит вам взаимностью. Соблюдение всех этих простых условий позволит вашей кошке чувствовать себя вполне счастливой. Также хочу напомнить, что даже кошкам, никогда не бывающим на улице, необходимо делать прививки, так как инфекция в ваш дом может попасть на ваши обуви, на одежде и так далее. Своевременная вакцинация по вопросам, которые
можно обратиться в любое время, убережет вашу любимицу от множества болезней. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.